На мой взгляд, самое трагичное – это погибнуть под обломками собственного дома. Вы видите, как это случилось в Астрахани, но эта трагедия могла не состояться, если бы господин Путин своими службами провел всего несколько простейших операций. Во-первых, это происходит потому, что устарели все газовые сети. Во-вторых, пользуются газовыми приборами, которым по 20-30 лет. Мы уже добываем 36% мирового производства газа, топим пол Европы, но свои полстраны сидят со старым оборудованием и без должного обслуживания. На эти цели есть огромные средства, но они вместо того, чтобы направить на нужды трудящихся и безопасность, используются совершенно в других целях. Советская страна входила в пятерку самых безопасных, самых грамотных, самых успешных и динамично развивающих стран. Когда Путин пришел, мы были 15-й по человеческому потенциалу. Сегодня мы 71-е и продолжаем проваливаться в яму невежества, которая охватила целые слои населения. Вместе с тем, за годы правления Путина почти 9 лет шел золотовалютный дождь в связи с очень высокими ценами на нефть и газ. Мы получили колоссальные средства, которые можно было направить на развитие своей страны и, прежде всего, вложение в человека и все, что связано с его обслуживанием. К сожалению, эти средства растащены, спрятаны в чужие банки, расползлись по карманам нашей олигархии. Мы за эти годы утроили число миллиардеров и миллионеров и на 5 миллионов увеличилось число больных и нищих. Мы слышали немало обещаний, которые не выполнены. В ходе выборной кампании Путин обещал, что он всем добавит. Мы бы считали, это примерно 5 триллионов рублей. 5 триллионов рублей, которых у него нет в кармане. Чтобы решить эту проблему, надо проводить иную финансово-экономическую политику. Но мы от него не увидели, не услышали ни реальной программы, ни честных дебатов, ни ответственности за все, что содеяно в прошедший год. Хочу подчеркнуть, что у страны закончился запас прочности, который достался ей от советской эпохи. А нового нет и быть не может, потому что уничтожено 75 тысяч производств, и команда Путина за 10 лет не построила ни одного крупного современного наукоемкого предприятия. Какие выводы можно исправить? Можно. Но можно провести модернизацию, если вы национализируете минерально-сырьевую базу и эти огромные ресурсы направите на развитие страны. Но он категорически отказывается это делать. В моей программе это ключевой. Можно быть конкурентоспособными, если вы в состоянии отрегулировать цены на энергоносители, электротарифы и так далее, и транспортный расход. Но этого нет и не собираются делать, а без этого мы не можем конкурировать, имея бензин и солярку по 30 рублей и киловатт-час электроэнергии и газ дороже, чем в Европе и в Америке. Можно быть справедливым, если немедленно отменить 83-й закон, который отправляет на распродажу всю социальную сферу, и отменить 122-й закон, самый паскудный. Но господин Путин своей командой не желает этого делать. Я еще раз к вам обращаюсь. У вас есть выбор, есть наша реальная программа, есть реальная команда, есть возможность принять левоцентристский курс, где народ, труд и справедливость будет править страной. Я приглашаю вас на выборы поддержать нашу команду. Это мирный выход из того тупика, куда загнали страну. Продолжение того курса, которым сегодня идет страна, с той командой, которая вокруг Путина, закончится обвалом. Но мы обязаны с вами сделать все, чтобы это не случилось. Я верю в мудрость и справедливость вашего выбора. Желаю вам успехов и добра. Всего доброго, до свидания.